Мир вашему дому! Сегодня по народному календарю православных христиан празднует день Ионы Евфопии. По церковному календарю православная церковь сегодня чтит память пророка Ионы, священномученика Фоки, епископа Синопского, преподобного Ионы, пресвитера, отца святых Феофана, отца канонов и Федора Начертанных, блаженной Параскевы Дивеевской, преподобного Ионы Ящезерского, преподобного Макария Жабынского, Белевского чудотворца. Празднуется собор тульских святых, мученика Фоки Вестоградаря Садовника, праведного Петра Африканского, бывшего мытаря, и другие православные святые имена, которые вспоминают в этот день. Поздравляю всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшим в мир иной.